неспроизведомый. Вот. Ну да, про дороги поговорили, про круга пошли. В прошлый раз, по-моему, говорили, что вот они тюрьмами заедут все. Потом пошли города. Много городов. Большие города, маленькие. И вот если вы пошли внимание в кино, по телевидению, видите, что все в разной форме. Да. У всех машины по-разному покрашены. Да. И снаряжение разное. И называют их группы по-разному. Кто констебль, кто труп, кто офицер, кто как угодно. Так оно и есть на самом деле. Вот в этой системе полная децентрализация. Есть один орган, даже не орган, а организация, взирающая на стандарты тренировки, подготовки. То есть полицейская академия, все, должны соответствовать этим стандартам. Им приходит набор учебных пособий, видео всего. И вот это минимум, необходимый минимум, который академия должна за 6 месяцев пройти, чтобы им дали сертификат, чтобы ты мог работать с полицейским в Калифорнии и имел все права. Некоторые департаменты не хотели эту практику, например, Сан-Франциско. Поэтому их зона ответственности кончалась на мосту. Вот Сан-Франциско двор. Вот туда идет один мост, вот здесь посередине кончается, он же больше не офицер. Он проехал с полмоста, дальше он же гражданский человек. И он никаких прав не имеет. То же самое, ведет тебя, вот. А если ты прошел вот эту подготовку, ну, под гидой этой организации, то ты везде в Калифорнии, ты имеешь право быть офицером. И в наслужбе, и вне службы. Вне службы, значит, я домой с работы, вижу что-то, могу остановиться, помочь. Пожалуйста, мне уйдет зарплата. Ну, не очень это любили делать, конечно, потому что они же не контролируют тебя во дворе, ты же где-то находишься в этом месте, но скрипя зубами, выписывали чеки, потому что деваться некуда, закон. Так, и вот в каждом городе разные, все, машины, по-разному покрашены. От чего это зависит, это вот, не знаю, как это. Ну, как кажется, более полный бред, а с другой стороны, вертолет хорошо видит. Когда вертолет прилетает, или там несколько департаментов что-то делают, там сразу видно. Этот город здесь, этот город здесь, этот город здесь, и легко можно контролировать. Но разные радиочастоты, вот это беда, и разные коды. То есть я не понимаю, что они говорят. Вот просто не понимаю. Они понимают друг друга прекрасно. Они нас не понимают, мы их не понимаем. Потому что у нас разные коды на радио. И с этим, конечно, беда. А закон один. Эти правда всегда одна, закон один. Вот этот уголовный кодекс Калифорнии, все департаменты обязаны его поддерживать. И в принципе, по идее, они должны не слушать ни мэра, ни горсовет, ни важно. Работать надо только по кодексу. И там, как они работают, департамент по нему, не слушая политика, все прекрасно, все чисто, все спокойно. Там, где вмешиваются политические вещи, там давление на избирателей, там призывы, какая плохая полиция на всех убивает подряд, тут без суда и следствия, ну, соответственно, все по-другому, все гораздо хуже. Что действительно как? Всех убивает без суда и следствия? Ну, конечно. 500 миллионов, даже в лагере. Нет, все вот обычно начинается, что-то случилось. Ну, вот там, в том же Фергусе. Вот, убили человека. Что случилось, никто не знает. Но знает, что убил белого черного, что в России все плохо, и белый бывает черный. Все, полиция. Все, больше ничего тебе газет не скажет. Вот то, что ты видишь на первом классе газет. А в полиции много черных? Очень много. Опять зависит от демографии. Где? Естественно, в городах, где больше населения. Это же все статистика. То есть, ну, вот так оно и будет. То есть, если их непропорционально много где-то, то там тоже возникает вопрос, а что это вы берете только черных, например? Значит, против белых, что ли? Ну, это глупости все. То есть, если человек прошел весь отбор, если он, как бы, прошел весь отбор, прошел академию, все закончил, какая разница? Все, делает свою работу. Это же никому не важно. Ну, это можно себе представить в другом свете, конечно. Если департамент, допустим, где 800 человек, и работает, ну, процентов, допустим, 15, что? 15%. Ну, их вроде в стране 13. Да. А в городе 45. Ага. Вот демография города. Но проблема в том, что из этого города набрать народ очень трудно. Потому что криминальное прошлое. Проблема в детстве. Родственники уголовные. Тебя не могут взять на работу, если тебя родственники уголовные. И там статья, и все такое, тот сидит. И всякие другие факторы, то есть они не проходят по набору, по стандартам. Есть стандарт, есть инструкция, их взять нельзя. И тут же начинается риск, вы нас не берете только потому, что мы, или только потому, что мы такие. Вот. Что делать с стандартами, их начинают урезать, начинают ослаблять. И стандарты физподготовки, и стандарты образовательные, и стандарты всего. Ну это на пользу. Ну конечно, и берут уже людей. Кто из прошлых наркотиков, кто пользовался наркотиками, если раньше было. Ну там курил там траву в детстве. Ну в колледже, я учился в колледже. Да, бывало, вот там. Ну ничего страшного. Ну, курил, ничего страшного. А тут уже берут с бывшим героином.